Всем привет! Я сегодня снимаю без микрофона, у меня плов узбекский. Муж за кадром ест, пьет сорку. Тут у меня и вилка, ложка. Решили пообедать. Обязательно. Всем приятного аппетита. Проголодались, на улице жара. Тут корейский салат. Целый тазик, представляете? Нут я не люблю. Нут. Кому не нравится нут? Вот такой. Заказали салат, до сих пор ждем. Все, блюдо принесли, салат до сих пор не могут. Кока-кола. Но мне кажется, будет плохо слышно, да? Ну ладно. Посмотрим. Похоже, салата не дождемся. Кавказскую нарезку. Салат, пюрешка там еще. Муж уже поел шорпу. И мне плов только принесли, короче. Не могут в одно время приносить. Салат, пюре заказ берется. Семьи, дети. Орут. Жара. 35 градусов. Я сейчас наемся, мне уже и салата не надо. Тут, короче, изюм, нут, длиннозерный рис, морковка какая-то желтая, ну, не оранжевая, и говядина сверху вареная. Не знаю, кому не нравится плов с изюмом. Ну это чисто узбекский праздничный плов. Вот еще что-то. Вот изюм. Ну, нута слишком много.
узбекский праздничный кофта. Ну, у нас, по крайней мере, так называется. Но порция слишком огромная. Да? Порция огромная. Ну, не надо отказываться, я все равно есть не буду. Давай пусть откажется, не надо. Мы уже все сейчас будем. Перенемыска. Я уже наелась, куда салат? Я уже все съела и наелась, салат не принесли так. Интересно так, мы уже поели. Она говорит, сейчас спрошу. Что ты пустой пюре? Просто пюре заказал. Честно, я уже наелась. Порция огромная, ребят. Целый тазик плова. Это на троих людей. Порция. Человек. У меня тут был салат, я его съела, морковь, какой-то морковь, там капуста. А меня точно тут плохо слышно, по-моему. Наелась. Всем пока. Спасибо, кто со мной был. Увидимся.